Ой, блин. Возьму капец. 3 ночи. Так. О боже, сила сатаны, дай мне мощи. Надеюсь, это на следующее утро будет. Мне столько силы. Ладно, можно пойти дальше. Или нет? Ой, посижу тогда. Моя старая вещь. Фокси под камень. Спалось как прекрасно. Пойду чайка попью. У нас потолок сломан, ну как обычно, ничего удивительного. Кофе надо попить. А то не спится что-то. Сколько времени вообще? Так, у нас тут есть вообще часы в коридоре? А, понятно, нету. Придется в своей комнате стрить. Сколько времени, кстати? 3,5 часа. О, Голден, здорово. О, привет. Ах, дела. Чё, тоже хорошо. Не спится? Понятно. А я пойду попробую еще заснуть. Так, ничего нету, ты чай. Зачем все не спите-то? Крабин. Чё там у нас? Какие ролики? О, Голден. А? Так. Привет. Ой, твою мать. Не хочешь поиграть в одну игру? А ну иди сюда. Блин, Голден, ты куда убежал? Ролики вот. Скучные вообще, ну. О, Фрей! Спать хочу, но не могу. Привет, а ну иди сюда. Ты Фокси, где он? Пошли. Блин, тихо. Странно, мне приснилось, что ко мне какой-то Голден ночью приходил. Какой-то штукой на меня направлял. Ладно, видимо, показалось. А здесь у меня ничего такого. Закрою на замок. Ты что тут делаешь отсюда? Ой-ой. Тихо. Леона, замки все позакрывало. А что вообще происходит? Спринбони. А что с ним? Сам посмотри. Лучше его не знаю. Я держу его, на. Беги, я не держи его. Интересное кино. У вас там все нормально. О, кружится голова. Верно. Я валю отсюда тут. Тут спринбони. Я валю отсюда. Поползли. Я у Голдена спрячусь. Пошли. О, спринбони. Я наконец-то... Это забрал его тело у Голдена. Это я, Редберг. Молодец. Давай всех убьем. То Голден достал, я ему тут все его экспонаты поломаю. О, Роксар Фрей, Роксар Фокси. Давай. Открой дверь. Ах, ты такой. Думаешь, мы такие тупые? Открывай, смерть. Я закрываю Пашу. Ладно, тут занычусь. Да, а блоков-то нету, ёба, что делать? Опа! Что за кино? На моего братишку нападает. Спрались, запороли, а? Запороли, а? Блин, вот... Где же сейчас, блин... Камера поломали. Фокси, Фредди, я не знаю. Не должны меня спасти. Я в комнате. На тебе, на! Если они меня тут не ведут. Ты что, я нарежешь? Ноги или руки? Нет, пока его оставишь, он нам нужен. А я пойду найду
Голден Фокси. Пошли, я к Фрейди. Фредди! Выходи! Психи пришли, нужно обороняться. Иди сюда! А, сейчас открываю. Угонишь, баба! Ладно, посмотрю. Туалетева нету. Они не знают, что я у Голдена в комнате. Старый. А теперь можно и добивать. Фига! Его... Чего у них тут камера? Еще и домой их комнату ни хрена. Сумасшедший его нахрен. Надо проверить комнату Голдена. Может там кто-то есть. Ну, посмотрю. Голден! Работает. Привет. Я тут стекла разбил. О! Бля, быстрее вы! Ай! На! Ай, бля! На! Ай! Новые твари, а! Держи его! Чё ж ты такое-то, а? А то, Голден Фредди не сказал, что у него есть враг. Кстати, спасибо за меч, он очень классный. Сзади, Фредди! Подогай его, бей-бей! Бью! Пух! На! Жирный ты! На! Я думаю, что и я... Ты кого хочешь убить, а? Хитом тут открылся, кого я сзади... Кого пожелаете? Убей! На! Фредди! Рокстар Фредди! Давай! Хорошо! Фокси, Фокси. Чш, не трогай его, не трогай его. Он все найдет его. Ну, а ладно. Мы пока. Идем грязные дела. Пошли за Фокси. Его есть зажигалка? Сейчас посмотрю. У меня надо нет. Жить на твоих вот этих. Нашел зажигалку? Нет. Кстати, научи меня пользоваться этим постом. Потом начну. Пошли жечь Рокстар Фокси. Пошли. Он сон нам не нужен. Кто мой бар выломал? Кто-то там встал. Хорошо, вы... Так. Ушел. Отходи. Отошел. У меня щит. Ладно, я пошел к этому. Голден, ты сейчас... А? Гори, умирай. Я пойду посмотрю, что это. Прощай. Голден! Чё? Он его всё-таки... Всё, я его тоже жгу. Жги. Гори, гори ясно, чтобы не погас. Что это было? Ё-моё! Голден! Что же ты творишь, мать твою, а? Или это всё-таки не Голден? Подожди, это вообще Голден был или нет? На! Но. Нет, это вроде как Голден был. Я тебя вырублю, на тебе! На тебе! Ай! На. Их двое было! Как же мне на. Двоих вырубить? Я не знаю, блин. Так, спрячусь в этой комнате пока что, да? Обсидианом забетонируют. Камеры нахер сломаю. Тут обсидиана не было. О! Вот так, все. Замечательно сломал камеру. Надеюсь, они меня тут не найдут. Вырубай! А если найдут, я их вырублю. На! Пока. Бонни! Приветики, омлетики! На, вырубай! Мочих! Мочих! Одного вырубили, давай второго! Все ушел от ихнего проклятия! Ну не знаю, как-то. Пошел, это в той комнате, наверное, увидел котейку, может, это помогло. Ограбили, ограбили. Кажется, просыпаться, выруби их. Что ты делаете? Ай, блин. Нет, не верь ему нафиг, вырубай его. Это я, голос. Ты вырубил его, да? Да.
Наконец-то. Делала с партой, что, ну, партой, что никто. Я так и не понял, в чем смысл был меня было заколдовывать. Зачем Голден сделал это, я не знаю. Глупцы. Или он так хотел, чтобы вас было легче убить, что ли, я не пойму. Олаф, встал, ложись. Подожди. Тихо. Стой, не бей. Тихо. Ты Голден? Да, я Голден. Я Голден. А кто еще? Закрывайте его, закрывайте. У тебя нету случаем тайн всяких, а? Нету тайн всяких, а? У меня есть тайн только мои костюмы и все. А если правда? Правда, я много выпил водки и все. Врешь! Ну ладно, ладно. Я хотел подарить тебе подарок, день рождения там. Короче, ухло. Да рассказывай без бухла! Короче, мои тайны — это мои силы. Нет, у тебя что-то есть другое. Ну что, будешь говорить, а? Пошли в мой дом. Ой, пошли в мою комнату, пошли. А это закройте. А, ну это пусть валяется, он какой-то. Закройте, сегодня не в теме вообще. Ну все, давай, давай, пошли. Все тут горит. Фигли, у нас хата горит. Ладно, потом его починим, потом его починим. Уже успели и Фоксиандера спалить, а? Ладно, потом его починим, пошли. Фредди, иди сюда. Да иду, я двери ставлю. Хрень с своими дверями. Двери уже, блин, повыбивали, ну чокнутые, а. Да, короче, без него. Да, как вы это железо ломали? Давай, ему доверять нельзя, а мне можно, давай. Да, сюда. Садись. Закроемся. На, пока, пожалуйста. Да я не хочу, давай, рассказывай. Короче, у меня был самый лучший друг по имени Редбер. Кто были команды? Пиццерии. Он взорвал мою пиццерию, и я оказался здесь. А у него были больше причины какие-нибудь? Не знаю. Он меня чуть... То есть он просто так это взял и сделал это? Да, он убил Спринт Бонни. Ой, фу, какой ж... я говорю, Шадоу Фредди он убил. Шадоу Фредди... Еще, получается, что ли, трое братьев, что ли, были? Нет, Шадоу Фредди — это мой тень. Были близнецы. Я был знаком с Шадоу Фредди. Ну как, если он тень? Как он мог умереть? Не знаю. Свет. Закнись. Его только запечатать. Ну, тебе даже жалости никакой нету. А сам Фредди был жалкий. Говной. Ну, знаешь, я что-то слышал, он упоминал что-то о таком имени. Только от твоего лица. И он. Как давно его не было? Давно. Я его просто закопал. И появился. То есть он умер, да? Типа. Да. Но нет. Ну как? У него тоже такие силы, только темные. А у меня светлые. Короче, подожди. И что нам теперь делать? Если он внутри тебя сидит. Нет, сейчас он ушел. И где он теперь? Не знаю. Фредди. Не о! Ладно, вы как хотите, я пойду этого в чувство приводить. Уходи! Что там происходит? Я убил его! Нет, ты ко мне идешь, ты ко мне, ты меня убил, ты меня убил. Все, ты только чуть-чуть не убивай, не убивай. Все, я убил. Ну че? Нравится? Так, где моя рация с Голденом? Вот она, рация. Голден, ты меня слышишь? Иди сюда! Голден, спасай! Иди сюда! Там и сиди, стой, ты не сможешь мой диван сломать. Там и сиди. Голден, ты меня слышишь? Я смогу. Давай, короче, сейчас это... Ай! Он сломал. Быстрее, короче, это прибегай, короче, на второй этаж. Короче, на первом этаже быстрее сюда иди. Быстрее иди сюда, вырубай его, я его отнесу в эту... Ай! Надя, я тебя вырубил уже. Все.
Да, да. Видимо, у него такая же проблема, что и со мной была. Чё ты лёг? Не, у меня ранил, я... Голден Фокс, возьми мой щит. Он защищает от удара. Короче, потащили его в эту... В мою лабораторию. Не понимаю. Он сейчас в отрубе или как? Да вообще. Не, вроде в сознании. Ну, короче, тащим его быстро. Спасибо. Так, иди пока, посмотри пиццерию. Так, это, ты, это... Иди, это, помоги Голду, но я пока этого донесу. Я давай, иди. Пошли пока, пошли со мной, пошли со мной. Давай, туда, в комнату. Пошли. Давай посмотрим у Фокси. Давай, заходи. Дом, квартиру быстро. Посмотрим, пошли. Где ложись ты? На кровать. Быстро. Это... Нет. Сейчас тебя, блин, ломом вырублю. На тебе. Стой, иди. Так, все вроде вырубил. Все идет по плану. Так, это... Надо пойти фу. За флешкой сходить. Я ломал стекло. Ё-моё. Вырубай его быстро, мать твою. Вырубай его нахер. Фокси, подожди, закрываем. Все, Фокси. Скажи что-нибудь. Подожди, пошли со мной. Он жопник, он не вырубается ни хрена. Пошли, иди сюда. Иди сюда. Давай быстро. Умри! Смотри, я надеюсь, ты не притворяешься сейчас каким-нибудь... Не, посмотри туда. Подожди, а это что? Не знаю. Что это такое? Нет. Ёперный... Бля, я зайти не могу. Минус ладно. Один. Ёперный ой, театр. Фокси. Офигеть. В моей комнате? Да. Хватит есть. Что это? Умирай. Он был все это время близко так. Пока ты здесь побудь, я пока его убью. Да не надо, выруби его посильнее. В лабораторию отнеси. Тук-тук-тук, драйся. На. Успокойтесь. Здесь побудьте, пожалуйста. Надо зафоткать все это. Фокси, иди сюда. Голден, я иду, куда звал. Вы что делаете? Ну что, вы его отнесли? Ладно, короче. От вас толку ноль, короче, блин. Даже ответить не можете нормально. Они идут. Куда не заходи, лучше не заходи. Лучше не заходи. А не по барабану, на тебе, врубай его, Голден. Ай. Ты глух. Ты реально думал, что я тебя не слышу? Ну ты, конечно, ту-ту. Короче, укладывай его нормально. Так. Я пока закрою здесь, чтобы он не убежал. Что это за кулон, что за не заходи сюда, тут операции ведутся. Ай. А ну-ка, лежать. Надо чуть-чуть отрезать этот, видишь? Сейчас смотри. Так, ну все, он в полном отрубе, проверь. Да. Так, надо чуть отрезать, что надо вытащить. Да, чип. Теперь точно. Надо чип вытащить. Так. Вроде как да, это вроде как его план, поэтому должно сработать. Он самый сложный, с кем можно было иметь дело. Он слишком сложно устроен. Это будет проблемно. И что мне с ним делать? Может, ты чуть поймешь, а, Голден, посмотри. По плану. Подожди. Дай. О, ты компьютер принес, красавчик. И ты что творишь? Иди отсюда. Да было, блин. Все, давай, начинаем, да? Лежи, не дергайся. Голден, привяжи его этими... веревками. Да. Хотя нет, веревками не помогут, цепями привяжи. Ну все, я поставил. Так, нам инструкцию. Нам нужно. Так, ну что, Голден, ты там разобрался с планом? Так, нам нужно такие вот это. И чуть-чуть ему. Ну что, разобрался с планом-то? Ну нет, он самый сложный аниматроник. А то это и без тебя понял, знаешь? То, что он самый трудный. Короче, давай я план обратно. Что-нибудь придумаем. Вон это, Rockstar Freddy умный, я пойду и у него спрошу. Пока иди. Фредди, ты где там?
Ё-моё, вы чё, вообще скатились с ума, что ли, не пойму? Блин, надо как-то сделать так, чтобы... Иди сюда! Рокстар Фредди, иди сюда! Думаешь, я такой тупой? Ну шо это? Посмотри этот план, может ты что-то поймешь, потому что мы из Голдена вообще ничего не понимаем, как там стыд, что из чего. Ну что там? Это изи. Что это делается изи? Это просто нужно прошивать, это где-то часа два займет. А, ну, слышка, у меня, в принципе, есть. Короче, давай план. Я, в принципе, тебя понял. Бежим! Что это? Вырубаем его! Хотя бы что-то. Загнал в угол. Подождите. Короче, прям сюда компьютер тащу и будем загружать. Это его ключи. Какая-то польза от этого. Видишь, это ключи? Это спринт Бонни. Да стой, иди отсюда. Вы ни за что не поймете. Свяжи его голову, чтобы он не убегал. Все, свяжи его прям крепко-крепко. И сейчас это уйдите, я буду это эксперименты проводить. Так. Так. Все, привязал его. Да. Все, идите теперь отсюда. Не мешайте. Вам никогда не понять мои секреты. Заткнись. Так, так, где там таблетки-то эти? Так, нажри таблетки. Усыпительно, давай, жри, на. Все запихнул в рот ему. Все, теперь ты должен вырубиться. На тебе. Так, проверю его состояние. Да, он точно в отрубе. Так, что там у него в плане? Так. Флекс, стой, нет, не трогай. Не трогай. Так. Капец, еще он сильный демон. Роксар, оставь. Понял, замечательно. Так. Так, надо проверить чип. Блин, так, в них никак не вселил. Так. Опа. Что, Роксар? А, чип у него в порядке, это замечательно. Только надо перепрошить. Да, видимо, со мной было гораздо труднее. Так, грузится. Замечательно. Почти все 100%. Так. Оп, загрузилось. Замечательно, все. Флешка теперь не нужна. Так. Ты что сюда пришел? Иди отсюда. Я еще не закончил. Вообще не заходите туда, пока что нельзя. Да кто мою хату забетонировал? Так, это мне не понадобится больше. Так, сейчас пойду посмотрю, сработало это все или нет. Так, что там у него надо проверить? Блин, сам же обсидианом заколотил. Так, вроде нормально. Сходили все-таки сюда с импивасом. Так, проверим. Ну-ка, так, включите. Опа, опа. Так, все, включаю. Так. Так, замечательно. Запуск пошел. Так, включился. А вот и на. Ты включился или как? Фокси! Не бей меня! Нормально. Я его тут сидел несколько часов. Чинил, а он взял ваглу и ушел. Ну, знаете ли, идите, да. Стой. Не буду тебя больше чинить. Стой. Что? Ладно, иди. Отбивайся. Конан Фокси. Чё, кто тут? Я слышал там слово «отбивайся». Пошли. А ну давай сюда, Диль. О, сколько тут-то. Тоже мне, блин, даже спасибо не сказал. О, я его чинил. А ему по барабану. Починил, и ладно. Ай, Фокс! Открой дверь, пожалуйста. Нет, Голден Фокси, иди сюда. Голден Фокси. Хороший. Голден Фокси. Шо? На, прочитай. Шо это? Голден Фокси, пошли. Какие три дня. Посмотрим, кто еще умрет. Голден, ну ты и приколист, конечно, а, Голден? Голден Фокси, пошли. Я не шучу. Смотри. Откуда ты это взял вообще? Ты можешь мне сказать? Валялся у меня в комнате. Лися! И сколько дней валялся? Не знаю, он только валялся. Короче, Голден, я на твои шутки не поведусь вообще, мне все равно. Подписывайся. Что тут творите? Ёперный театр, вы че все перебухали, а?
Ты, блин, неблагодарный, я тебя починил, типа по барабану даже. В смысле чинил? Ты тут чуть всех в подземлю не закопал, ты был. Да? На, успокойтесь, бежать. Вы тут, блин, втроем, это, вдвоем с Голденом бушевали, блин. Еще меня, блин, в свою банду взяли. Я такое не помню вообще. Ну и не нужно мне ваше спасибо, до свидания. Стой, стой, стой. Что? Знаешь, что тут подписано? Что подписано? Да блин, вообще порвали. Мне было бы рейд дверь, а ну... Короче, мне по барабану, я твоего Редбера закопаю вообще нафиг. Короче. Там. Вот вы мне тут обсидианы накидали, сами убирайте теперь. Тук-тук-тук. Кто? Я. Кто я? Я не знаю таких. Ринг Бонни. А, пришел, даже не попрощавшись? Да. Зачем зашел? Короче, я тебе хотел сказать спасибо и отдать тебе подарок за... А, ну, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Да. Кто вы комп спер? Golden Fox. Golden Fox. Где мой комп? Так мы еще сами взяли. Наш от меня. Да было, Вася. Хомп они с моего рабочего стола взяли. Да было. Сам сказал взять хомп тебе дать. Так не с моего же рабочего стола. В лабораторный куда-то просрали. И не это, и не ищите. Еще и стул какой-то мне поставили дерьмовый. О, так, Пикачухин, Пикачухин, иди сюда. Да, что за неспособности есть? Так, вроде все дела закончил. Слава богу, все наладилось. А то я уже не знал, что с ним делать. Что с этим, что с этим. Ад полнейший. Опчине. Сейчас иду, сейчас иду. О, замечательно. Чаек. Сюда поставлю. Опа. Пойдешь или тогда в этом? Таблетки, нахер мне ваши таблетки. Мои бумагу уже сперли, ах вы дебилы. О, Фокс. Клетка тут какая-то, ё-мо, откуда она взялась вообще? Ладно, пойду к себе в комнату посплю. А, ты устал совсем. Спринг Бонни, я нашел кучу вина. Уже выдвигались.